Я прихожу на МРТ и не знала, что надо диск этот, ихний диск. Она здесь сделала, мы сначала попросили, что диск можно завтра принести. Она говорит, ну типа можно. Она когда мне сделала эти МРТ коленного сустава и говорит, у меня есть диски, типа я тебе могу продать диск. И она говорит, платите 50 рублей. Я думала, на кассу, я еще развернулась, хотела на кассу. Она говорит, нет, мне. Я подаю деньги, она мне из кошелька из своего достает 50 рублей сдачи. Меня что поразило, насторожило? Думаю, а почему она без кассы-то? И именно в свой кошелек эти же деньги ложит. Это мне так кажется, что она себе эти деньги положила не в государственную казну, а в свой карман. Что купила где-то дисков там и продает, который диск стоит 15 рублей. Если бы она чек бы, ну, этот чек бы дала хотя бы на этот диск, пусть она 50 рублей, я бы уж и то бы промолчала, что это в больницу идет. Это. Прокуратуру почти написали заявление, ну сказали, разбираться будут. В прокуратуру города Первоуральска поступило обращение местной жительницы по факту незаконных действий сотрудников городской больницы. По обращению проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям сотрудников больницы, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.